вкусно будет с ним. Не только для здоровья, но еще и для ума. Поскорее собирайся, поспеши ко детвора. Будет весело, задорно, познавательно. Ура! Привет, друзья! Это передача «Витамин» и мы ее ведущие Соня и Тимофей. В сегодняшнем выпуске вы увидите, как сделать искусственный аквариум. Доктор Витаминкина расскажет, как правильно себя вести на водоемах. А также узнаете, что такое чирлидинг. Оставайтесь до конца, будет здорово! Сонь, ты мармелад любишь? Очень, особенно апельсиновый. А ты? Мне больше нравится фруктовое желе. Это же, можно сказать, почти одно и то же. Как думаешь? Ну, раз они схожей консистенции, значит и готовятся, наверное, по одному принципу. А из чего делают мармелад? Ой, а я не знаю. Но Саша, скорее всего, знает, потому что он недавно побывал в музее мармелада. Давайте посмотрим. Всем привет! Вы любите мармелад? Представляете? Даже есть музей, посвященный этому лакомству. Не верите? Тогда пойдемте со мной. Здравствуйте, меня зовут Саша. Расскажите мне, пожалуйста, как появился мармелад? Ты знаешь о том, что мармелад вообще это восточная сладость? Слышал об этом? Да. Замечательно. А как он появился в Европе, я немножечко расскажу. Здесь нам помогли крестовые походы. Это было в 14 веке. А до 14 века вообще Европа не знала об этой сладости. Мармелад делается на основе фруктовых либо соков, либо фруктового пюре. И я тебе еще хочу сказать, что мармелад настолько полезен для организма, что когда его делают без сахара, его могут кушать даже люди с сахарным диабетом. И он как адсорбент работает в организме. Все забирает на себя как губка и выводит из организма. Знаешь, еще были такие времена в Советском Союзе, когда на вредных предприятиях давали молоко где-то, а где-то давали мармелад. Вот представляешь? И сладость, и в то же время очень-очень полезный десерт. А почему назвали эту сладость именно мармелад? Из-за названия с португальского «мармела» обозначает айва. Почему именно айва? Потому что айва, она обладает своим загустителем, который называется пектин. Расскажите, пожалуйста, как выбрать правильный мармелад? Я тебя научу, потому что, когда ты покупаешь мармелад, нужно посмотреть этикетку. И если на этикетке на первом месте стоит пектин или агар-агар, или желатин, значит, это правильный мармелад. Можно ли приготовить мармелад в домашних условиях? Рецепт мармелада сейчас совсем не является секретом. Для этого надо всего 3 ингредиента. Желатин, фруктовый сок и сахар по желанию. Спасибо вам большое. Все звучало очень интересно и вкусно. В музее мармелада можно даже ощутить себя в роли султана. Сладкая экскурсия подошла к концу. И сегодня я не только узнал историю, но и попробовал настоящий мармелад. С вами был Саша. Всем пока! Тимофей, ты любишь животных? Да, зоопарк – мое любимое место отдыха. А ты? Мне тоже нравятся зверушки разные. Очень хочу домой аквариум с рыбками. А что тебе мешает их завести? Ну, за ними ведь нужен особый уход. Кормить, аквариум мыть. Сонь, а ты не думала сделать искусственный аквариум? Это как? Предлагаю посмотреть рубрику «Сундук сокровищ». Ответ там. Всем привет! За что мы любим аквариумы? Наверное, за то, что размеренное движение рыбок в воде завораживает и успокаивает. Но не все ради этого готовы заводить настоящих морских обитателей у себя дома. Ведь за ними нужен особый уход. Именно поэтому предлагаю сделать искусственный аквариум. Итак, чтобы сделать декоративный аквариум, нам понадобятся камушки, декоративные рыбки, леска, ракушки, декоративные водоросли, пищевой краситель синего цвета, скотч, цветной песок, емкость с крышкой. На дно банки засыпаем камушки. На них кладем несколько ракушек и ставим водоросли. Заливаем емкость доверху воду.
и добавляем несколько капель пищевого красителя. Это нужно для того, чтобы вода приобрела голубоватый оттенок. Рыбок обвязываем леской и прикрепляем к крышке. Таким образом создается ощущение, что рыбки плавают. Декоративный аквариум готов. Он способен удовлетворить ваше желание обзавестись собственным кусочком водоема и при этом совершенно не беспокоиться об уходе за ним. А с вами была Майя. Пока-пока! Тимофей, ты любишь гамбургеры? Конечно! Кто ж не любит эту мягкую булочку с кунжутом и хорошо прожаренную котлету? А мне больше нравится ролл с куриным мясом. Как-то более диетически получается. Но сегодня тебе повезло больше, чем мне, потому что Ярослава готовит гамбургер. Настоящий? С котлетой? Нет, она его готовит по своему рецепту. Вижу, тебе уже не терпится увидеть. Тогда смотрим сюжет. Всем привет! Это самая вкусная рубрика «Кулинариус». Сегодняшний рецепт для всех любителей гамбургеров. Я их тоже очень люблю. Но так как котлеты нужно готовить, а это долго, я решила видоизменить стандартный набор продуктов. И вместо котлеты мы положим вареную колбасу. Итак, для приготовления гамбургеров нам понадобятся булочки, вареная колбаса, листья салата, помидор, сметана, бутербродный сыр. Приготовление таких гамбургеров занимает очень мало времени. Как обычно, начнем с начинки. Колбасу и помидор нарезаем на кружочки. Булочку режем на две половинки и нижнюю часть смазываем сметаной. Выкладываем по очереди. Сначала лист салата, на него кладем колбасу. Далее сыр, помидор и верхняя часть булочки. Вот и все. Конечно, по вкусу это отличается от привычного нам гамбургера. Но это не делает его менее вкусным. Попробуйте. А с вами готовила Ярослава. Приятного аппетита! Ты летом едешь отдыхать на водоемы? Я, конечно, больше времени провожу на море. Но иногда мы выезжаем за город, чтобы покупаться в прохладном озере. Ты знаешь, что для того, чтобы отдых был комфортным и приносил только положительные эмоции, нужно соблюдать некоторые правила. Какие? Предлагаю посмотреть в рубрике «Просто о здоровье». Добрый день, с вами рубрика «Просто о здоровье» и я, ее ведущая, доктор Витаминкина. Невозможно представить себе летний отдых без поездки на море, речку или пруд. Когда припекает солнышко, так хочется окунуться в прохладную воду. В жаркую погоду отдыхающих около водоем особенно много. Очень важно, чтобы вы перед поездкой на такой отдых вспомнили про безопасное поведение на водоемах. Купаться можно при температуре воздуха не менее 25 градусов и температуре воды не меньше 22 градусов. Нельзя купаться натощак. После приема пищи также должно пройти время не менее часа. После купания важно тщательно вытереться насухо и отдохнуть в тени. Не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах. Это может быть очень опасно, ведь они могут быть неисправными. Не ныряйте в незнакомых местах. Помните, что на дне водоема могут находиться острые камни и осколки стекла или какой-нибудь другой травмоопасный мусор. Нельзя подплывать к движущимся лодкам, катерам, катамаранам и так далее. Не проводите в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга. Нельзя подавать крики ложной тревоги. Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде. Лечь на воду спиной, расправив руки, ноги, расслабиться, помогая себе удержаться в таком положении. Сделать вдох, а затем после паузы медленный выдох. Если во время купания свело ногу, надо немедленно позвать на помощь, сильно потянуть себя за большой палец, а затем распрямить ногу. Отдых на берегу водоема – это прекрасная возможность получить положительные эмоции. Главное выбрать для этого правильное место. Берегите себя, будьте здоровы. А с вами была я, доктор Витаминкина. Пока-пока, до новых встреч!
Тимофей, ты знаешь, что такое чирлидинг? Это когда девочки выходят танцевать в перерывах между спортивными играми и соревнованиями? Точно! Чирлидинг, кстати, это не только танец, но и вид спорта, сочетающий в себе гимнастику и акробатику. Как интересно, давайте смотреть сюжет на эту тему. Всем привет, меня зовут Ангелина, я занимаюсь чирлидингом 2 года. Я выбрала этот вид спорта, потому что я очень хотела заниматься красивым, гибким видом спорта. Мне очень нравится этот вид спорта, потому что тут есть танец, акробатика, много разных элементов. Ангелина целеустремленная спортсменка, занимается уже 1,5 года, показывает хорошие результаты, готовится на соревнования. Чирлидинг – это яркий, динамичный вид спорта, включающий в себя элементы шоу, акробатики и зрелищных видов спорта. Наша секция была организована с целью пропаганды этого вида спорта, так как он новый, в 2012 году в Республике Крым. Чирлидинг развивает не только физические качества, но и способствует гармоничному развитию ребенка. Дети учатся работать в команде, дружные и целеустремленные. Наша секция называется «Шаг за шагом», поэтому любой ребенок может к нам прийти и начать заниматься с самого малого уровня до достижения высот. Самое главное – желание и стремление к достижению своих целей. Друзья, передача подошла к концу. Уверены, вам пригодятся сегодняшние советы, и вы ими обязательно воспользуетесь. Ну а с вами были Тимофей, Соня и передача «Витамин». Пока!